На телеканале «Лицеист» вы смотрите новости из Кикимского района, в студии Владимир Ванченко. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем о главном проекте. С полиции Кикимского района нашли пропажу. В районе хорошо развито сельское хозяйство. Из Кикимский район – основной фонд пахотных угодий и высокоплодородных земель. Здесь наиболее высокий урожай сельскохозяйственных культур. В районе крупнейший поставщик ценнейших сельскохозяйственных продуктов. Зерна, овощей, мясо, говядины, свинины и птиц. С вами был специальный господин Алия Бахтер. До свидания. Следующий корреспондент готов нам рассказать о том, что Искитимский район занимает второе место по социальной экономической области в регионе. Анна Шамбова. Искитимский район участвует в областных федеральных программах в различных сферах, таких как образование, строительство, ЖКХ, развитие спорта и так далее. Глава Искитимского района встречается с жителями, где рассказывают об итогах и перспективах социально-экономического развития района и отвечает на вопросы сельчан. Строится парк отдыха для жителей одного из поселков, где предполагаются зоны активного и пассивного отдыха и спорта. Задача властей на местных довести все начатые запланированные объекты до финиша. До новых встреч! Спасибо, Анна Шамова. А далее Искитимский район стал одним из трех районов, который принимал более 200 участников фестиваля «Наука». И девизом стал «Наука – это молодые люди». С нами всеми «Наука». Детский технопарк. Университет экономики и агентство поддержки молодых инициатив подготовили много увлекательного. Не только лекции, но и виртуальные, планетарии, квесты, мастер-классы по робототехнике и программированию. Главная задача этого фестиваля – поиск талантливых детей, и поэтому такие фестивали станут традиционными. Спасибо, Кристина. Помимо фестиваля «Наук» проходят традиционные культурные мероприятия, такие как фестиваль национальных культур и «Шелгон Пустыда культуры». Слово нашему фестивалю. Сейчас культурные мероприятия становятся открытыми и выходят за рамки районного. На фестивалях культур хотят показать, что какой бы национальности и вероисповедания не были бы люди, проживающие в нашей стране, они все едины и должны беречь свой край. Спасибо, Мария. Также район известен своими спортивными достижениями, местами даже спортивным подозреванием. Спортсмены Кикимского района занимают первые призовые места на традиционном волейбольном турнире среди женщин. Для школьников проходит полуфинал, для юношей по мини-футболу и для девушек по баскетболу. Соревнования по шашкам стали проводиться традиционно. Спортсмены Кикимского района стабильно показывают блестящие результаты на региональных и на всероссийских и мировых первенствах. До свидания. Спасибо, Кристина. Сейчас писали репортаж в вашем районе, но я уверен, что найти красивое место можно в любой точке Искитимского района. Вы можете посетить Дерзкие скалы, памятник природы областного значения. Дерзкие скалы представляют собой уникальный уголок природы как по своей эстетической ценности, так и по научной значимости. Цель образования – это охраняемая природа территории и сохранение необычной комбинации степных и лесных экосистем, насыщенных редкими видами растений животных. Еще час будет. Вы можете видеть Покровский монастырь в селе Завьялово, мужской монастырь Русской православной церкви в Новосибирской епархии. Храм является памятником архитектуры с 1989 года, памятником истории и культуры регионального значения. Также есть Беловский водопад, это удивительное место. Этот 5-метровый водопад уникален тем, что находится в равнинной местности. Истоком Беловского водопада является достаточно глубокое озеро, на месте которого ранее был карьер, из которого добывался уголь. И для любителей зимнего отдыха есть Юрманка, горнолыжный комплекс в районе Соловьевского кряжа. Горный воздух, уникальный климат и природа позволяют не только кататься на лыжах или сноуборде, но просто отдыхать, пользуясь здоровьем. Это была последняя информация на сегодня, а я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всего вам доброго.